Самарский легкоатлетический фестиваль в беге и маедине открылся традиционным забегом на Самарскую милю – 1586 метров. И в День народного единства такой забег мог завершиться только так – совместным финишем победителей. Вместе! Номер 1062 и 1674 приветствуем! На старт вышли и юные бегуны. Они бежали дистанцию в 600 метров. Дальше в программе фестиваля были массовые забеги на 3, 10 километров и полумарафон. Это отличная возможность для любителей посоревноваться с профессионалами. Когда бежишь, допустим, по 4 минуты километра, говоришь, а могу ли я по 3.50 пробежать? А вот, допустим, этот спортсмен, там, кандидат, он бежит по 3.30, да? А давай-ка за ним подержусь, понимаете? И тут все осознается в сравнении, да. Полумарафон в беге маедине является завершающим в годовой серии самарских забегов и закрывает легкоатлетический сезон в регионе. Основной, конечно, старт у нас самарский марафон, но беги маедине – это такой культовый для нас старт, потому что с него началось, скажу так, беговое движение в Самарской области. Первый старт прошел в 2015 году, и всего 46 человек вышли на старт. Сейчас это более 1500 участников со 134 городов и населенных пунктов России. Каждый ставит рекорд сам для себя, и каждая главная победа, которую совершает человек, это победа над самим собой. Если он дошел до четвертого старта, если он прошел все старты, он уже победитель. Для него это уже рекорд. На финише все участники забегов получали медаль, на которой можно было сделать гравировку своего результата. Андрей Горгуленко, Петр Паламеев. События.